Вечер вообще распогодилось. Совсем не то, что предсказывали синоптики. В общем, завтра, если такая погода, нужно с утра пораньше убираться. Ну, с утра пасмурно, хотя синоптики сегодня обещали хорошую погоду. Посетим ущелье Яузла, давненько не были. И пройдем к верхним водопадам. Верхние большие водопады, они даже на карте не числятся. То есть есть приток Шапковый день, а вот именно левый приток, когда мы поднимаемся, обычно доходят до желтого водопада, возвращаются назад. Либо до стены и по левому, правому орографическому борту. И происходит то же самое, поскольку маршрут довольно-таки экстремальный и небезопасный. Плюс сейчас тают снега. Все это течет, плывет, обрушиваются скалы, то есть могут быть камнепады. В общем, довольно-таки опасный маршрут. Начинается он с поляны сказок. Я вспомнил, вот пока шел, у меня даже где-то фотография есть. Я возле памятника Боткину. Боткинская тропа в честь ученого Боткина, который действительно заслужил такое высокое имя уважаемого человека. И вот как раз вот начинается маршрут по Боткинской тропе. Мы дойдем до мостика, который числится верхний водопад Яузлар, вот, и пойдем дальше по реке. Сегодня, кстати, великий Велесов день у язычников. Это большой-большой праздник. Бог Велес был покровителем не только животных, но и покровителем путешественников. Поэтому вот день Велеса как раз мы прёмся туда, где опасно. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе. Я думаю, сегодня будет много интересного. Ну и в путь. Сбывается пророчество синоптиков. Погода устанавливается, выходит солнце. И вот внизу уже показывается сама река. Ну, а надплата все-таки там затянута, тучи висят. И вот мы входим в страну водопадов. Первые большие водопады. Мы обходим эти водопады и движемся вверх. Вот окаменелый коралл-мозговик. Постепенно идет набор высоты. Открывается вид на утес Ставрикая. Погода меняется прямо на глазах. То затягивает, то опять встает. Все ясно, красиво. Но нам надо еще выше и выше. Одиночные кораллы.
дальше будет немножко экстремального участка до следующего водопада. Так, ну и следующий каскадный такой водопад. Мы все ближе к самым большим водопадам.
принципе, подняться, если бы скала была сухая, подняться можно. Но по вот такой вот разветвленной в любой момент может все осыпаться. Поэтому вход по левому орографическому борту. Так бывает, кто-то скажет, а я вот с первого раза нашел. Бывает, с первого раза. А бывает, я приходил сюда, когда еще у меня был страх высоты. Приходил с Костяном, приходил с Мишей, с Новиковыми. И каждый раз в начале пути мы возвращались назад. Так ни разу нам тропа эта и не открылась. И вот сегодня, видимо, пришло то время...